нормально. Улыбайся. Да улыбайся. Смотри, смотри, куда идешь. Анни, что вы делаете? У тебя есть деньги? Я очень голодна. Денег нет? Вымогаете деньги у детей? Что значит вымогать? То, что вы сейчас делаете. Онни, я использовала мамину кредитку из-за того, что вы были голодны. Мамина кредитка? Онни, как вы можете ничего не знать? Это мамина кредитная карта. Мамина кредитка лучше денег? Это одно и то же. Но больше так не делайте. Хорошо, не буду. Деньги – это то, что очень сложно получить. Мама очень тяжело работает. Поэтому мы редко видимся. С утра до вечера она зарабатывает деньги. Но зачем твоя мама столько работает? Онни, вы безнадежны. Зачем людям зарабатывать деньги? Чтобы быть счастливыми. Но если с утра до вечера зарабатывать деньги, то когда быть счастливыми? Наверное, потом.